Вы когда-нибудь задумывались о создании международного бизнеса или бизнеса в том месте, где система работает на, а не против предпринимателей? Вы окажетесь в очень выгодном положении, если создадите свою компанию в Сингапуре, которая является наиболее конкурентоспособной страной в Азии, а также на сегодняшний день является одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире. Иметь представительство в Сингапуре, одном из финансовых центров мира, стремятся многие компании. Это очень важный шаг на пути к построению доходного бизнеса в международных масштабах. На фоне всеобщей глобализации бизнеса корпорации принимают решение вести бизнес в Сингапуре. Отличная деловая атмосфера, экономические возможности города-государства привлекают все больше и больше инвесторов, бизнесменов и даже целые крупные корпорации размещаться и локализироваться в Сингапуре. Прочные позиции Сингапура как государства создают плодотворную почву для развития международной торговли, а также они сдобрены законодательными, налоговыми и многими другими преимуществами. Реализируя свой бизнес в Сингапуре, у вас появляется больше возможностей для выстраивания прочных отношений с партнерами и с банковскими учреждениями. Хочу отметить, что в Сингапуре работают различного рода представительственные агентства, которые помогают развиваться вашему бизнесу. Одной из таких организаций является International Enterprise Singapore, которая движет внешнюю экономику страны. За последние 30 лет такие организации поспособствовали развитию сотни сингапурских компаний, а также постоянно помогают развивать международную торговлю. Налогообложение. В Сингапуре нет налога на дивиденды и прирост капитала. Отсутствует налог на наследство и недвижимость. Налоговые льготы предоставляются сингапурским компаниям в первые 3 года их существования. Для компаний нулевая ставка корпоративного налога распространяется на все виды доходов до определенного момента. При превышении прибыли свыше 100 тысяч долларов или по истечению 3 лет с момента регистрации компании. Благодаря строгому законодательству о защите интеллектуальной собственности, вы можете не беспокоиться о защите ваших идей и инноваций. Малые компании в Сингапуре освобождаются от прохождения обязательного ежегодного аудита. Обращаю ваше внимание, что компанию можно зарегистрировать в очень сжатые сроки – 2-3 рабочих дня. Мы знаем все о том, как открыть или переместить бизнес в Сингапур. С вами была Елена Секан. До встречи на личной консультации.